Привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в Animal Simulator, и сегодня я вам покажу секретный биом в лавовом биоме. Ну что ж, погнали! Сразу говорю, ролик будет не таким прям большим, так что не расстраивайтесь. И мы побежали! Ну что ж, здесь надо уже быть. Это два тиранозавра, она мне очень нравится. Но это не суть. Здесь как будто ничего и нету. Но если вот так сделать... Смотрите, мы не туда и не сюда. Видите, прям как проход. Мы сюда проходим. И тут появляется идеальное логово, вообще прекрасное. Прям чисто лавовое. Тут можно отдыхать, прыгать, тут любое можно. Но главное тут это вот это. Сейчас я вам покажу все. Причем. Да, вы можете спавниться за робота. Есть три разновидности, сейчас я их покажу. Вот, друзья, вот еще один робот. Он чуть-чуть другой, потому что если он отдыхает, то он вот такая вот маленькая штучка. А тот, когда отдыхает, он как колонка. Плюс садится он так же, но отдыхает по-другому. Плюс он вообще другой. И атака у него такая же, но другая. Ну что ж, погнали дальше. Подписчики, давайте прощаться. Желаю очень хорошо провести время. Ждите новых серий. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.